Почему ушла из дома 2? Хороший вопрос. Как говорят, от хорошей жизни не уходят, так же, как и от хорошего мужа, да? Наверное, перестало меня что-то устраивать. Я не готова, признаюсь честно, как сейчас новый ведущий на островах, спать на кухне, потому что на Сейшелах карантин. 2 раза в неделю пишут лобный уход, лобный приход. И из-за того, что нельзя после 7 часов вечера передвигаться по Сейшелам, ведущий вынужден спать на кухне общего дома. Ну, для меня, ребят, это... Я не то, что там 7 пядей во лбу, какая-то у меня высокая самооценка, высокое мнение о себе, но я правда не готова. Я не готова весь день в жару находиться на острове, когда тебя лишают гримерки, и в гримерке как бы живут участники. Ну, все, конечно, прекрасно, но нет. Ну, на острове же временные трудности. Нет, не временные трудности, там сменился продюсер именно острова. И трудности далеко не временные. Вот, поэтому для меня... Мы с ним не смогли найти общий язык. Вот, поэтому я не хочу, не могу так работать. Поэтому я вначале ушла в отпуск, думали... Может быть, там что-то поменяется, а оно все только хуже, хуже и хуже. А так как я основная ведущая Сейшел, ну, тут уже не может быть речи.